Мулентий! Мулентий! Доброго всем здравия, кто слушает, да и тех, кто не слушает. С вами вновь микроблог на Анифильме, и я, Мулентий. И сегодня мы продолжим размышления о фандабе. Итак, конкретно я считаю фандабом все, что озвучивается. Как говорили в прошлый раз, это субкультура, в которой есть ниша японской мультипликации, японскому фильму, дорамам, американским сериалам, американским и любому другому фильмам, корейским фильмам и мультфильмам. Суть их одна – это придание чему-либо родного голоса – одно, двух, трех, четырех и более. Чем же отличается профессиональная от фандаберской, любительской озвучки? Да, в общем-то, ничем. Профозвучку заказывают на студии. Студия приглашает режиссера озвучания или дубляжа, и тот набирает команду актеров. И в эту команду может попасть практически любой, если он знаком с режиссером. Я не уверен, что стоило брать на рыбалку слишком умных. Да-да, вы правы. Хорошо, что мы здесь одни. Профессиональный актер – это человек, который занимается давно в этой сфере, как и любой другой профессионал своего дела, набивший руку, а в нашем случае голос, он знает, как показать ту или иную сцену, обыграть ее так, чтобы ей поверили. Если профи подкладывает другую эмоцию вместо сыгранной на экране, это, скорее всего, косяк режиссера озвучания. Он не смог помочь актеру выдать нужную. Фандаберы, творческие группы и объединения выбирают, что им озвучивать сами, по своему желанию и хотению. И у любителей все прозаичнее. Здесь зачастую все сами себе режиссеры. За редким исключением, когда есть куратор над релизом, следящий за правильностью сыгранного и раздающий правки. Деньги мы выносим за скобки, так как они не показатель профессионализма. Деньги там, где больше всего крутится трафика, в данном случае интернетовского. Что такое? Чтобы укрепить мышцы живота, гуталин не должен быть сухим? Интересно. Итак, к фандабу. Его можно смело делить на классы и подгруппы. Профессионалы своего дела, твердые ремесленники, середнячки, ну и полный стыд. Все это в подгруппы одноголоски, двухголоски, четырехголоски, многоголоски. От этого и идет пляска. И если середнячку простительно подменить оригинальную интонацию в сцене своей собственной интонацией, то ремесленнику это минус в карму. Конечно, от этого зависит и скорость выхода релиза серии, поскольку середнячок выставляет серию сразу, практически с первого аккорда, и, конечно же, со средним результатом. А ремесленник перезаписывает неточности, и из-за этого время выхода релиза увеличивается. Это несправедливо! Ну где же он? Я же видел собственными глазами, что он здесь! Количество записываемого материала не влияет на мастерство. Если за 1000 серий вы не поняли, как обыграть сцену и правильно выставить акценты в предложениях, привязывая их к происходящему на экране, то вы не развиваетесь и остаетесь на прежнем уровне, который заработали. Поскольку дискуссии о подобных вещах на данный момент в сообществах не ведется, я таких не слышал, да и в зрительских кругах, пожалуй, тоже, то данной классификации творческих объединений и, как говорят на профандабе, актеров озвучания, в сфере озвучания нету. Нет, ты, пожалуйста, объясни, зачем ты это сделал? Что ты хотел этим сказать, а? А на сегодня, пожалуй, все. Всего вам доброго.